Пора вставать, Елена. Сегодня 20 июня 2301 года. Твое путешествие проходит в штатном режиме. Сейчас ты увидишь первого человека в своей жизни. Киберинженер 11, Бета-57. Елена. Вы мой первый гость. Я здесь ненадолго. Я попала на корабль еще ребенком. Мне будет 40, когда я его покину. Мы никогда не задумывались, каково этим квази-астронавтам в симуляторах. Ты о чем? Я о живых существах. Иди домой и отдохни. Не забивай голову ерундой. Знаю, это прозвучит как полнейший бред, но за этой дверью на самом деле Земля. Ты даже не представляешь, кто она на самом деле и как опасна для нее эта планета. Никто не мог представить. Почему ты не сказал, из какого я мира? Прости меня. Что она способна? Доставьте ее живой. Она слишком ценный экземпляр. Повлиять на будущее. Бежим! Бежим! Если весь мир объявил тебе войну, я объявлю войну всему миру. Я готов целую вечность смотреть в твои глаза. Орбита 9. В кино с 15 июня.